20 февраля в Парке Победы состоялось торжественное зажжение огня праздника Севера. Соревнования, которые не только являются одним из крупнейших спортивных мероприятий нашего региона, не имеющих аналогов во всей стране, но и крепким связующим звеном разных поколений приверженцев спорта. По традиции, почетную миссию зажечь огонь 47-го праздника предоставили одному из ветеранов омского спорта, председателю областного совета ветеранов спорта Алексею Хорошавину. Вот эти спортивные праздники, которые родились на нашей земле с помощью нас, ветеранов, мы вот гордимся, что они сегодня проходят уже 47-й раз, рожденные в 70-х годах. И действительно для нас, вот, как ветеранов, это наша, мы гордимся, и гордость это наша. И мы с удовольствием принимаем участие во всех проводимых мероприятиях. И мы не пропускаем ни одного праздника, потому что для нас эти праздники дороги. И что надо ответить, что с каждым годом они все проходят красочнее и лучше. Это действительно такой праздник для нашей сельской молодежи, который сегодня, ну, трудно чем-то другим заменить. И сегодня молодежь ждет эти праздники, она радуется этим праздникам. И, конечно, вот то, что нам сегодня доверено, ветеранам, еще раз зажечь огонь праздника, это большая честь. Традиционная эстафета огня в этом году дополнилась несколькими новшествами. Тем, кто доставит факел к месту проведения зимней спартакиады, стали представители регионального отделения ДСАФ России. К слову, в этом году организация отметила свое 90-летие. Именно к этой дате и приурочили эстафету огня. И в этом году мы решили сделать автопробег, донести факел, именно зажженный здесь в Парке Победы, к огню, вечному огню в Одесском районе. Это очень знаменательно. В этом году Асавиахим ДОСАФ СССР, ДОСАФ России исполняется 90 лет, и мы решили принять факел, свою как бы эстафету, и доставить его туда. Также среди новшеств стоит выделить, что огонь не просто доставили к месту проведения праздника, а впервые решили провести его по всем селам Одесского района. На такое мероприятие организаторов вдохновила эстафета Олимпийского огня. Мы сделали ряд мероприятий для укрепления материально-технической базы спорта. Выстроен корт, отремонтированы помещения спортивного комплекса, здание дома юных туристов ДОСААФ. Мы достойно принимаем этот праздник. Мы поднимем выше планку спорта, зимних видов спорта, для того, чтобы наши дети занимались спортом, вели активный образ жизни. Праздник Севера Одесская 2017 пройдет с 24 по 26 февраля. Торжественное открытие состоится на стадионе олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова 25 февраля в 17:00.